Привет, друзья и гости моего канала. Сегодня я буду готовить чизкейк. Кому будет интересно, давайте со мной приготовим его вместе. Я буду рада, если вы поставите лайк, напишите комментарий и останетесь со мной на моем канале. Я ко всем зайду, напишу отзывы, просмотрю ваши ролики от начала и до конца. Давайте поддерживать друг друга, ведь никто за нас это не сделает. Оставайтесь со мной, и мы начинаем. 250 грамм песочного печенья поломаем на кусочки и измельчим в блендере. Вот такая крошка у нас получается. 100 грамм сливочного масла растопим и растопленное вольем в измельченную крошку печенья. Все размешаем, чтобы получилась однородная масса. Когда будет готово, мы возьмем его в руку и зажмем в кулак. Если оно не теряет форму, значит оно готово. Дно противня я обрисовала на листе пергамента. Оставила по краям 5 сантиметров и углы буду срезать вот таким вот образом. Каждый угол. И будем застилать противень. Его удобнее будет укладывать. И потом удобнее будет готовый чизкейк вытаскивать из противня за края пергамента. Крошку из печенья пересыпаем противень, равномерно распределяем по дну и по бокам и уплотняем его. Берем пакетик желатина 15 граммов, заливаем его 2 трети стакана воды и оставляем для набухания. Через 10 минут я его растворяю в микроволновке. Берем 500 грамм творога, банку сгущенного молока, выливаем в творог размешиваем эту массу и добавляем сахар ванильный, цедру. Все размешали и добавляю растворенный уже желатин. Все тщательно потом взбиваем в блендере. После того, как взбили, вот такая вот густая масса получается. Выкладываем ее на песочную основу. Распределяем равномерно по всей поверхности чизкейка. Накрываем пленочкой и ставим в холодильник на 3 часа. Когда пройдет 3 часа, достаем.
сняли пленочку через 3 часа. Наш чизкейк готов. Сейчас будем перекладывать на блюдо и разрезать, пробовать. Красота у нас получается. Будем резать его на порции. Посмотрите, какая красота получилась. Со всех сторон. Такая вот структура, его вы видите, вкрапление цедры апельсиновой. И он необыкновенно вкусный. Сейчас будем пробовать. Посмотри. Оно необыкновенно вкусное. С полным ртом вам говорю. Извините, но оторваться невозможно. Приготовьте чизкейк, и вы не пожалеете.